Ну, теперь, что касается новшеств нашей Лиги Смеха. Буквально с прошлой игры, с прошлого эфира, с первого четвертьфинала у нас появилась новая рубрика. Рубрика под названием «Нас засудили». Сейчас эти ребята здесь появятся. Ленусь, они приехали. Ты их ждешь. Кременчук, Лукас, встречайте. Стало вообще праздничная погода. Ведь на дворе весна 15-го года. Мы видим в зале много классного народа. Да, это Лига Смеха. Такая нынче мода. Клоп, 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 и не стесняйся. Живи на полную, люби и улыбайся. Сегодня мы разнообразим ваш досуг. Встречай на сцене Лукас Кременчук. Ну что, друзья, вся Украина думала, что мы закончили, а мы только начинаем! Привет! Пацаны, после вылета из Лиги Смеха я все понял. Что? 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 Ну смотрите, мы с Леной знакомы. Ну да. Ну да, да. Проводили вместе время, дарили цветы. Ну да, да, конечно. Да. Так что же это получается? Она теперь бывшая? 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 Ну, получается так. Мне нужно с ней поговорить. Леш. Привет. Чего пришла? Леха, вообще-то она член жюри. А, из-за этого. Понятно. Лех, да успокойся, ну нормально все. Ладно, ладно. Нет, пацаны, я знаю, что нужно делать, чтобы ее вернуть. Лёш, мы это показывали. Лёш, это не сработает. Но я почти ничего не умею. Лёш, Лёш. Да что вы ведёте себя как девочки? Были бы девочками, прошли бы дальше. Друзья, вот мы, как вылетевшие из Лиги Смеха, хотели бы поговорить по поводу песни, под которую команда покидает сцену. На самом деле, когда ты спускаешься с этой сцены, в голове у тебя звучат совсем другие песни. Ну, например. Да, ну или же вот такая. А у меня есть тоже вариантик. Ну и в чем смысл? Ща. Так, стоп! Что, с ума сошел, что ли? Ребят, давайте посерьезнее. Дело в том, что мне в руки попала переписка членов жюри во время нашего выступления. Откуда? Есть у нас там свой человечек. И кто это? Она предпочла остаться анонимом. Давайте лучше посмотрим.
Дорогие друзья, ну и в конце мы хотели бы поблагодарить всех за возможность сегодня выступить в рубрике «Нас засудили». Ну и кто знает, может, на полуфинале поучаствуем в рубрике «Нас добрали». Сборная Кременчуга Лукас, мечты сбываются. Кременчуг Лукас, ваши аплодисменты. Ну, очень яркое выступление, ребят, вы замечательные, прекрасные. Мы вас действительно благодарим. Это тот момент, да, ради которого вы приехали. Поблагодарить спонсора. Понимаю, пожалуйста. Не, ну, раз есть такая возможность, дорогие друзья, тогда хотелось бы поблагодарить кондитерскую компанию «Лукас», которая делает жизнь вкуснее и слаще. И привет всему Кременчугу. Спасибо всем, друзья. То есть у Порошенко есть конкуренты. Удачи, ребят. Проходите в зал, ваши аплодисменты, «Лукас». We'll be right back.